Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод фиксиков. Эта серия попала случайно в интернет. Разработчики делали серию обычной и безобидной. Но по финалу, когда они сели посмотреть ее, они увидели этот ужас. Серия началась обычной. С обычной заставкой, но цветокоррекция была другая, более темная и жутковатая. Дим Димич разговаривал с фиксиками. Они играли в космонавтов. Но вдруг к ним в комнату вошли родители Дим Димича. Они рассказали о тестировании секретной зубной пасты. Как-то странно. Выскочила надпись 5 минут спустя. Дим Димыч стоит и разговаривает с матерью, о чем нам неизвестно. Звук как будто выключили на этом моменте. Но дальше мы узнаем, что они говорили об зубной пасте, что Дим Димыч очень хотел ей пользоваться, но ему не разрешали. Начались помехи, которые длились более 10 минут. Сама же серия шла полчаса. Большинство времени, а именно 24 минуты, были помехи. После помех показано, что Дим Димычу не пришло ничего лучшего, как тайно испробовать пасту. Вдруг из ниоткуда появился фиксик-нолик и сказал Дим Димычу не трогать ее. Дим Димыч только нюхал ее. Странная отсылка к наркоманству в детском мультике. Вдруг к ним прилетела симка и начала кричать и запрещать. Но Дим Димыча это еще больше захватывало. Он все больше хотел ее использовать. И он придумывал разные способы для того, чтобы использовать зубную пасту. Но фиксики постоянно его останавливали. С каждым новым разом Дим Димыч менялся, но не в лучшую сторону. Его глаза наливались кровью, под глазами появлялись мешки, кожа становилась темной и страшной. И вот, настала последняя попытка украсть пасту. И опять Дим Димыча поймали фиксики, и они начали рассказывать, что так нельзя делать. Но Дим Димыч только злостно улыбался, а позже засмеялся жутким своим голосом. По экрану пошли помехи, картинка стала темной и мерехтела. Дим Димыч очень изменился, его глаза стали черные, как пропасть. Сам дьявол им управлял, он злым голосом сказал, что он их убьет, если они не отстанут от него. Но фиксики его не слушали и спросили, что случилось. Дим Димыч ответил, что он подписал контракт с дьяволом, и теперь он убьет их. Он вытянул нож из своей ноги. Странно, ведь он не чувствовал боли. И одним движением руки он отрубал головы фиксика. По телу фиксику пошла кровь, и они упали. Симка и Нолик мертвы. Их убил Дим Димыч. После камера перевелась на лицо Дим Димыча. Он начал открывать рот. Его рту было более 1000 зубов, и он стал на четвереньки, как пес, и начал пожирать трупы фиксиков, издавая странные звуки, похожие на печаль и ненависть. Серия оборвалась. На этом все. С тобой был Сергионис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды. А мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы очень хотел себе такого шикарного подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям, они будут в шоке. И помни, это всего лишь мое воображение.